Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов вместе с инициативными жителями Звенигорода осмотрел детский сад номер один в микрорайоне «Восточный». В 2022 году планируется отремонтировать цоколь и отмостку по периметру здания, привести в порядок входные группы, отопление, частично отремонтировать кровлю и облагородить зону прогулочных веранд. Также планируется обновить пищеблок, раздевалки, заменить двери и один оконный блок, о котором сообщали жители в своих обращениях. До конца июня планируем заключить муниципальный контракт, чтобы можно было приступить к основным работам, сообщил Андрей Иванов.